Всем доброго дня, вы смотрите YouTube канал Планета Дзюдо. Я Роман Карасев и сегодня немножечко покажу вам одно упражнение из циркового упражнения, но хорошее для дзюдо. Итак, жонглирование двумя мячами, правой, а потом левой рукой. Для чего это упражнение? Очень хорошее для того, чтобы как моторика пальцев рук, да? Смотрите. Правой рукой. О, извините. Левой рукой. Ну, немножко не получилось, еще раз. Левой рукой. И тремя мячами. И дополнительно, это самое сложное упражнение, жонглирование тремя мячами, потом переход на двумя мячами правой рукой, тремя мячами, двумя мячами левой рукой. Начинаем. Еще раз. Еще раз. Ну чего, пробуем? С вами был Роман Карасев. И это Планета Дзюдо.